Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня русский сервер. Немножко я вам с опозданием его записываю, потому что вечер уже выложу вам этот видосик. Видите, утром забрал я плюхи, которые были на нового героя Зефирку. У нас сегодня на русском сервере продавались. Сейчас я освобожу немножко места для этого, и мы с вами откроем и посмотрим, сколько нам здесь выпадет. На английском сервере я показывал уже этот трэш. Это полный аут. На русском сервере хотя бы не дают столько плюх, скажем так, как там. Поэтому тут будет все поскромнее. Пойдем на без доната, посмотрим, что там нам упадет. Так, это у нас адские коробки. Вот так вот еще кучу разных эмблем получили. Неплохо. Такс. Сундуки, лава. Надо это все пооткрывать. Оно все места занимает. Нам надо очень много места. Ну, в принципе, нам места должно хватить уже. Давайте заберем плюхи. Получить все. Вот таких вот героев, Огника и кучу всего. Как видите, Бигфут. Ну вот. Это я вчера забрал с рынка, с яиц. Вот эти вот все герои мы получили с яиц. Я их пооткрывал. Ну, вроде как бы и неплохо, да, там свалено, достали. Ну, мы забрали в самые большие и средние паки все, все, что можно было для того, чтобы вытащить нового героя. Так, вот такие вот у нас плюхи. В принципе, довольно-таки неплохие, как для русского сервера, я вам скажу так. Огник упал, по-моему, где-то на 50-м яйце. То есть я уже не записывал, потому что я уже так в кровати это все дело делал. Вот такие вот дела. У меня здесь тоже, наконец-то, на русском сервере перелимит желтых камней, потому что не хватает книг. Поехали на парящий остров и потом пойдем на бездонов. Так, книжечки плюс 100. Ну а дальше у нас пошло 25 магии, ребятушки. Значки почета. Питомец, питомец, камешки, камешки, заебись. Вот так вот я скажу это слово. Это просто жесть, ребят. То есть так, чтобы вы понимали, насколько сегодня хреновый день был. Это был понедельник, 24 число. Сколько драка с бесплатки, ребята. Это просто жестко. Русский сервер просто огонь. Так, и того, что у меня вообще здесь творится по новому герою. Только у меня тут огников. Ну, хоть огников хватает. В свое время их накопил. Так, где-то сволочь. 90, всего лишь 90 осколков. Печально все. Что по событиям? По событиям у нас ничего такого интересного нет. Может, в акции где-то добавили, я не знаю, сейчас посмотрим. Ну, я думаю, вряд ли они сюда его кидали. Они хотят срубить чем побольше бабла, но на русском сервере, конечно, не хотят. Так, это дело будет здесь долго. Долго и нудно закрываем. Счастливое число, кстати, идет. Вот счастливое число, там у меня нормально должно быть. Попыток сейчас посмотрим. Попыток 180, по-моему, должно быть. Надо будет потрошевать. 183. Вдруг главный приз, блядь, 200 кристаллов вытащим. Смешно, блядь, стало. Такс, окей. То есть такие вот плюхи у нас здесь. Идем еще пооткрываем. Тут что-то нам вроде нападало сюда. А, ну да, ну да. Мы ж тут мега топ-пак взяли. Хоть эмблемки добавлю, потому что с эмблемками реально здесь как бомжик какой-то. Так, отлично, скины. Давайте сразу же посмотрим. 500 орденов. Спасибо, Айджиджи. Настоящие друзья. Хоть облики качнем некоторым героям. Ну, космище докачали. Докачали космище. И хрону надо качнуть. Вы чё? Чё вы так издеваетесь? Так, ну вроде как бы все.
Короче, зефирчик, пока временно ожидаем. Ну, на русском сервере, думаю, дольше будет, чем на английском. Так, окей. 301 книга, ребят. 301 книга. Это просто мега эпически. Тык, тык. Блять, психощиты восьмые, расколы. Я пятые когда-то скупал, блин, бешеные деньги стоили здесь пятые психощиты. Сейчас на это смотришь, это просто ни о чем. Это просто хлам. Окей, поехали на без доната, посмотрим, что там у нас на сардельке творится. Такс. Я думаю, вроде сардельку заводил сюда. Поехали на топовый бездонатный аккаунт. Посмотрим. Сейчас зафармим немножко. Говорят, ребята, есть проблемы в ЗБшке. Сейчас это проверим. Но изначально мы зайдем. Посмотрим на эти акции. Отсюда выйдем и зайдем вот сюда. Парящий остров. А, я здесь попытку забрал. Кстати, забрал попытку, чеша. Мне выпало здесь, ребят, камешки по 800 камней, АПЕ, в принципе, довольно-таки неплохой бонус. Я вам скажу, когда-то я, может, кого-то качну на 20-й прорыв. Так, есть у нас коробочка. Коробочка есть у нас. Что там у нас по битве гелий? Забрали мы отсюда плюхи. Поехали. Спать охота. Так, карта. Чик, гаргул. Ну, гаргул у нас уже есть. 11 сундуков фортика. Дайте коробку, блин. Конечно, дадут. Поехали, купим еще одну коробку. Че нам мелочиться? То, что так думаю. О, ничего себе, еще карта. Надо по-любому забирать. Так, с коробочка. Здравствуй, коробочка. 333. Все четенько. Итак, что у нас есть? Есть рвение. Кстати, я вам по героям. Сейчас мы подумаем, кому можно рвение присобачить. Тут же не все так просто. У нас же топовые герои. Надо их немножко подкачивать. Так, тыковка. Тыковка, тыковка, рвение. Топовые, кстати, таланты на героях уже стоят. Я раньше думал, это будет очень долго, сложно собирать. Но оказалось, таки нет. Бег. Ремочка на Атлантике. Даже Атлант с ремкой. Ничего себе, когда это я успел на восьмерку качнуть железку. Это я какой-то извращенец. А вот фиг его знает, кому это рвение. Пусть валяется. Наверное, пусть пока валяется. Толку нам от него. Бигфут топовый, хром топовый. Что еще надо, Вася? Поехали ради интереса. Хай по нем. Как думаете, что упадет? Ну вот я не знаю. Хотелось бы, конечно же, ремочку. Замедление, в принципе, тоже неплохой вариант. Расстраиваться не стоит. Ставить нам все равно его особо некуда, блядь. Она уже не настолько топовая. Такс. На этих героях уже на стоит. А поставим пока сюда. Это русский сервер. Это вот от этого больше всего бомбит, когда вот такая вот дичь падает. Ну куда мне тут ТУшка, блин? Запарили, лучше бы качнул кому-то талант. Что тут у меня по эмблемам? По эмблемам здесь, в принципе, довольно-таки неплохо. Есть у нас, ребятушки, ремочка. Так, давайте эту карту чпокнем. Или она нас... Чик. РТшка. А что нам говорит РТшка?
Артешка, Артешка, Артешка. Я, ну, у нас уже есть. Короче, все печально. Все очень печально. Так, что я хотел? Давайте зарулим на 450. Может, четкие пацики. Чик! Рыцарь, ребята, это судьба. 150. Наемный убийца. Короче, такая вот судьба без доната. Я пока не имею. Так, это надо сделать. Много времени. Так, надо кому-то допу собачить. А, на прокачку. Так, где там? Кто там у нас светился? Афина. Ну, ей для силы поставим. О, огненка. Правда, первая. Сейчас у нас, ребятушки, наклевывается еще один топовый роллинг. Правда, я думаю, вряд ли мы 450 сейчас где-то найдем. Ладно, перенесем это на следующий раз. В общем, вот так вот. Как видите, печально падает зефирик этот. Его вообще практически нереально собрать. Дорого он получается. Ну, в принципе, относительно, если сравнивать с прошлыми донатными героями, то это еще нормально. Там вообще был полный трэш. Мы не знали, соберем мы его ли вообще. Тут хотя бы хоть какие-то осколки у вас есть. Все, пишите комменты, кто сколько собрал. Если донатит, ставьте лайки. Ждите уже видосиков. Буду по чуть-чуть прокачивать и этот аккаунт, и другие. Всем удачи, всем пока.